Дорогие друзья, я снова вместе с вами для того, чтобы сегодня рассказать вам о продукте. Как казалось бы, не странным, да, хотелось бы много говорить о катализаторах, о MPG Cups, но мне очень хочется сегодня поговорить с вами о шикарнейшем продукте Mystic. Как некоторые мужчины думают, что это неинтересно, это только для женщин, но сегодня я открою вам кое-какие секреты этого продукта, потому что этот продукт появился в 98-м году, вернее, в 98-м году трое кардиологов, ученых американских, сделали уникальное открытие. Назвали они его влиянием на окиси азота на кровенаполнение сосудов. И за это открытие они получили Нобелевскую премию. Сегодня, благодаря этому открытию, эти люди очень богатые, потому что, да, свою формулу они продают сегодня в сетевые компании. И впервые этот продукт под названием Виакрем, то есть это... Название было дано первому человеку, который создал этот уникальный гель. Он назвал его Виакремом. И создатель этого продукта на основе открытия кардиологов американский гинеколог доктор Томпсон. Человек, который посвятил свою жизнь женщинам и который прекрасно понимал, что сексуальность играет огромную роль в жизни человечества, не только женщин, да, потому что мы завязаны и с мужчинами очень плотно, очень тесно, и мы не можем быть без друга, и нас объединяют, да, вот такие чувства, эмоции, отношения, которые можно назвать одним словом сексуальность. Вы знаете, сексуальность — это не просто эмоции, это не просто притяжение друг к другу, это здоровье, да, отсюда напрямую идет здоровье женщины, здоровье мужчины. Уже доказано огромное количество раз на протяжении многих лет, что от нормальной, полноценной сексуальной жизни человек и моложе выглядит, и живет дольше, и настроение у него лучше, что очень хорошо работают все органы из раздела желудочно-кишечного тракта, сосуды, да, совершенно по-другому ведут себя при появлении, да, как возраста, да, с увеличением возраста, вот так правильнее сказать. Ну и многое-многое другое, да, я буду говорить о результатах, потому что в 2001 году я была в команде людей, которые первые начали продвигать этот продукт по всему миру. Тогда он назывался Виакрем, и состав этого крема, он, казалось бы, очень простой. В состав этого продукта входит ментол, аминокислота L-аргинин и дистиллированная вода, ну, как связующее вещество. Сразу поясню, почему ментол, да, потому что он является очень хорошим раздражителем для клеток, да, то есть он позволяет клеткам расшириться и принять всю дозировку без остатка L-аргинина в организме, ну и потом распределить по разным направлениям. А, собственно говоря, Mystic, как сейчас называется этот продукт, представляемый компанией FFI. У компании FFI, кстати, заключен контракт с одним из изобретателей, да, их было трое, и вот с одним изобретателем компания заключила контракт, он отдал компании эту формулу, и на основе ее сегодня производится продукт Mystic. Неважно, как он называется, смысл и содержание осталось тем же самым. L-аргинин попадает в сосуды, да, то есть этот гель наносится на слизистую, и за счет ментола идет расширение сосудов, и L-аргинин в полном объеме всасывается в кровь. Попадая в кровь, происходит интереснейшая реакция. В чем, собственно, и заключалось открытие, да, вот этих американских кардиологов. Они обнаружили, что как только L-аргинин попадает в кровь, начинается высвобождение молекул окиси азота. Они присутствуют в организме каждого человека, они находятся на внутренних стенках сосудов. И раньше мы знали об этом только когда слышали, ну, какие-то трагические случаи, когда водолаз, да, быстро поднялся
со дна моря, там и реки, да, и у него случился приступ, да, и он погиб. А что происходит, да, то есть при разнице вот давления окись азота, она просто разрывает сосуды. Но вот в таком комплексе, в таком составе при введении аллергенина идет безопасное высвобождение молекул окиси азота, и они начинают разгонять кровь. Они улучшают кровообращение, а за счет улучшения кровообращения, конечно же, идет большее поглощение кислородом. Я думаю, каждый из вас прекрасно понимает, что насыщение кислородом организма и всех внутренних органов, это дает жизнь, да, всему организму. За счет улучшения кровообращения рассасываются атеросклеротические бляшки, тромбы, идет укрепление стенок сосудов. И, собственно говоря, да, вот этот процесс, он происходит по всему организму, он происходит во всех внутренних органах. Улучшается работа печени, улучшается работа поджелудочной железы, улучшается работа кишечника, идет улучшение кровообращения в области малого таза у женщин. Да, что дает потрясающие результаты по рассасыванию всевозможных застойных явлений и доброкачественных опухолей, которые, к сожалению, зачастую переходят в злокачественные. У мужчин идет улучшение кровообращения, также в мужских половых органах, что приводит к очень положительным результатам, что повышает потенцию, что убирает застойные явления и такое явление, как простатит, которое посещает практически каждого второго мужчину, напрочь уходит. Это те результаты, которые были получены. Я говорю о том, что я видела сама, я слышала отзывы людей, я сама продвигала этот продукт. Колоссальное количество было сделано продаж, колоссальное количество было заработано денег, только потому, что этот продукт на самом деле дает вот такие феноменальные результаты. Ну, давайте сначала поговорим о прямом, да, таком предназначении. Это для женщин. Если мы используем как интимный гель, наносится он на слизистую буквально за 15-20 минут до полового акта, и, соответственно, улучшение кровообращения приводит к более быстрому возбуждению и совершенно к более, так скажем, быстрому и яркому окончанию процесса любви, что очень благотворно отражается на организме, на настроении, на взаимоотношениях. Я не буду долго на этом останавливаться, мы все взрослые люди, вы прекрасно понимаете, как это важно в жизни каждого человека. Кстати говоря, к сожалению великому, да, вот особенности в России, очень многие люди проживают жизнь в одиночестве по разным причинам. Кто-то по моральным принципам, кто-то по стеснительности, кто-то считает, что там за 30 жизнь уже закончилась, ну, неважно. И, соответственно, эти женщины, они не живут нормальной половой жизнью, и именно поэтому у этих женщин, да, то есть у этого процента женщин чаще заболевания такие, как эрозия шейки матки, эндометриоз, воспаление придатков, образование кист, в дальнейшем образование миом, образование кист, да, вот всевозможных, которые перерастают в доброкачественные опухоли. И вы знаете, если сегодня вы не живете половой жизнью, надо, кстати говоря, это резко изменить, да, рекомендую над этим очень хорошо подумать, но даже если это не происходит, ежедневное нанесение продукта Мистик на слизистую, улучшает кровообращение и просто-напросто очищает и матку, и яичники. Вы будете видеть, как это будет происходить, и, собственно говоря, с этим будет, в общем-то, оздоравливаться ваш организм. Очень хорошо использовать, конечно, вместе в паре, потому что одновременно и мужчина, и женщина получают потрясающее, удивительное, да, такое состояние. Все происходит в единстве. Да, то есть и одновременно, и очень хорошие, очень приятные ощущения. Друзья мои, вы знаете, я думаю, что многие из вас отмечали по жизни,
Ну, может быть, никогда не задумывались над этим, может быть, сейчас как раз подумаете, что после полового акта всегда очень хочется кушать, да? А что это означает? Это означает, что вот те сокращения матки, да, у женщины, ну и все ощущения, которые происходят у мужчин, они прямо пропорционально отражаются на всем организме, да, то есть идет такой толчок крови, насыщение всех органов вот таким потоком, да, крови, и активно включается в работу желудок, кишечник, и именно поэтому все, что там было, быстро переваривается, да, и хочется очень кушать. То есть это прямой признак того, что организм работает нормально, и мистик, он этому способствует, как бы начиная с наших отношений, ну и заканчивается это нормальной работой всего организма. Вы знаете, мистик у женщин наносится на нижнюю клиторальную область. Почему именно туда? Потому что оттуда идет связь на таком более высоком уровне, да, как же правильно сказать, выскочила из головы, да, то есть нижняя клиторальная область завязана с надпочечниками, с яичниками, надпочечниками, вилочковой железой, гипофизом, да, и когда эллергенин поступает в сосуды, да, в кровь, то начинается стимуляция всех этих органов. Все они отвечают за выработку гормонов. То есть я думаю, что вы в курсе, да, что в нашем организме очень многие там аминокислоты, да, ферменты, все это вырабатывается до определенного возраста нашим организмом. К сожалению, после 25-30 лет большое количество всяких полезных микроэлементов, они прекращают вырабатываться и поступать в наш организм. Именно поэтому после 30 лет мы видим первые признаки старения, появление морщин, появляются заболевания, да, и вот такая стимуляция за счет мистик возобновляет работу всех внутренних органов, и они снова начинают вырабатывать то, что положено. И наш организм снова, как в молодости, начинает насыщаться, да, вот этими полезными для нас живительными, да, скажем так, компонентами, которые прямо пропорционально отражаются на внешности. Знаете, результаты по использованию мистик. Женщины, которые начинали вот первые, собственно говоря, я в числе их, да, это мои собственные результаты. Через полтора месяца использования мистика, используется он ежедневно, утром и вечером, да, то есть просыпаетесь и перед сном, значит, что произошло? Без всяких диет и усилий я похудела на 8 килограмм. Что такое полнота излишняя? Это нарушение обменных процессов. Как только восстановилась работа всех внутренних органов и улучшились обменные процессы и ушла полнота, я ничего не делала, никаких больших усилий, но 8 килограмм как не бывало. Подтянулась кожа, это было явно ощутимо. У меня в структуре была Лена Глушкова, ей тогда было за 50, она приходила в офис и говорила, она говорит: Маша, это просто фантастика, у меня складки на спине исчезли. Да, то есть вот бывает такое, уже вроде человек как бы и не сильно полный, да, вот такие какие-то обвислости. Вот это все подтягивается. Идет нормализация менструального цикла, да, прекрасно чувствуют себя грудь, молочные железы. Милые дамы, да, и мужчины, у которых есть жены, любимые женщины, поймите одну простую вещь, что вот действие эллергенина в организме, он очищает и молочные железы. Посмотрите статистику заболеваний последних лет, если вы видите, да, сейчас об этом везде пишут, об этом говорят, да, что на первом месте это сердечно-сосудистые заболевания и онкология. Почему это происходит? Потому что экология загрязненная, потому что стрессы, потому что недостаток витаминов и минералов, потому что недостаток аминокислот. Самые важнейшие аминокислоты для нашей жизни – это эллергенин и L-карнитин. Если вы сегодня будете употреблять эти аминокислоты, да, ну как вспомогательную такую пищевую добавку, друзья мои, у вас прекрасно будет работать сердце, у вас в идеальном состоянии будут сосуды, а значит, вам не грозят инсульты и инфаркты, да, которые косят просто как грибы вот мужчин после 40, женщин, а да, чуть попозже. У вас
Да все внутренние органы будут чувствовать себя великолепно. Я скажу результаты по именно, да, то, что касается вот женского направления. Мастопатия – это болезнь века, это то, что поражает сегодня, независимо от возраста. Это могут быть и неправильные роды, неправильное кормление, неправильная половая жизнь или нерегулярная. Когда в молочных железах образуются застойные явления, и потом они превращаются в доброкачественные опухоли. Мастопатия – это проблема века. Я видела колоссальное количество женщин, которые страдают этой бедой, и в конечном итоге, многие из них уходят из жизни. Напрямую это связано с яичниками. Ну, в общем-то, со всем женским организмом. И если мастопатией не заниматься, если, как махнуть на нее рукой, то как следствие, появляются кисты на яичниках и появляются миомы, то есть это доброкачественные опухоли матки, ну и, соответственно, все это в конечном итоге, если этим не заниматься, переходит в раковые процессы. Сегодня и врачи не умеют лечить мастопатию. Я знаю это точно, потому что я прошла сама этот путь. Вот на тот момент, когда я стала заниматься тогда Виакремом, вот с этим составом, сегодня это называется Мистик, у меня была мастопатия, и тогда, это было 11 лет назад, у меня было 9 доброкачественных опухолей в груди. И вот через полтора месяца, помимо того, что ушли 8 килограммов, я совершенно по-другому стала ощущать свою грудь, свои молочные железы, вообще очень много изменилось вот в женском плане, и я сделала маммограмму, и маммограмма подтвердила то, что я здорова, что нет ни одного уплотнения. Это мой собственный результат, я говорила о нем людям, и благодаря вот этому огромное количество женщин, девушек, женщин, просто вытащила из-под хирургического ножа, потому что врачи все, что сегодня могут рекомендовать, пока это не превратилось в злокачественную опухоль, надо немедленно вырезать. Но вы знаете, удаление кист яичников и миом из матки, причем это удаляется вместе с маткой, и женщина теряет, орган, это неправильно, так не должно быть, это не приводит к излечению, потому что нужно убирать причину. Ведь не просто так все это происходит. И вот мистик, вот этот состав, или аргинин, он как раз убирает причины заболевания. У меня работала девочка одна, Оля, ей было 23 года, она пришла работать в структуру и как раз с этим продуктом, когда уже в 23 года ей сделали операцию, за которую она заплатила порядка 70 тысяч. У нее было очень много кистозных образований на яичниках и очень большая миома матки. Нерожавшая девочка, казалось бы, откуда все это? Да, и мастопатия, в общем-то, это все связано вместе с собой. И когда она пришла к нам работать, и мне вот это рассказала, она показывала мне заключение, анализы, и я ей просто тогда сказала, говорю, вот посмотри, есть вот такой продукт, и я тебе гарантирую, то есть, тебе самой надо поверить. Вера, она творит чудеса, и, конечно же, правильное применение. Не от случая к случаю, а именно системно, как это положено, и ты однозначно получишь результат. Она колебалась где-то неделю, она приходила, слушала мои презентации по продукту, задавала вопросы, но она никак не могла решиться, ей было страшно. Но когда через неделю ее врач взяла у нее анализы и сказала, что немедленно нужно делать еще одну операцию, она сказала, я больше не лягу под нож. Во-первых, у меня и денег больше таких нет, и я не хочу, чтобы меня резали, потому что вопрос стоял полностью об удалении всех женских органов. Это в 23 года. Да, друзья мои, и вот эта девочка на сегодняшний день, она здорова. Сейчас, конечно, ей уже 33, но используя на тот момент продукт Мистик, причем она начала, видно, она ничего мне не сказала, но видно, вот как отчаявшись, она начала его применять очень часто, и через 2 месяца я вместе с ней ездила в больницу, ей делали маммограмму, ей делали УЗИ, делали снимки, и я видела округлившиеся глаза ее лечащего врача, который ее оперировала. Она сказала, этого не может быть, этого просто не может быть, у тебя ничего нет.
Да, и потом мы с врачом долго говорили, я показывала ей продукты, говорила, да, чем Ольга, от чего Ольга получила такой шикарный результат. Можно говорить тысячи и тысячи примеров. А я просто скажу, да, вот те результаты, которые сегодня есть по Мистик. Ну, друзья мои, еще раз повторюсь, прежде всего, да, это сексуальность, это красота, это хорошие взаимоотношения. Но в дальнейшем, да, то есть, что мы получаем? Желудочно-кишечный тракт, да, это язва желудка, забываем про них. Были результаты у меня по циррозу печени, ну, конечно, начальная стадия, вот, но в любом случае это результаты. Был мужчина один, у которого была операция на кишечнике, и он провел очень длительное время в больнице, потому что у него швы не срастались, он уже был в возрасте, и после применения Мистик, да, у него буквально зарубцевались швы, за неделю его выписали из больницы, да, в последующем мама, его жена, да, и дочь, они работали со мной, да, увидев вот такой результат. Потрясающие результаты, бронхолегочная система, идет очистка бронхов, это видно, после использования Мистик, да, начинается чистка, начинается кашель, не надо этого бояться, да, потому что все идет через очищение, оно может проявляться по-разному, происходит это где-то в первые полторы-две недели, потом вы просто начинаете себя чувствовать хорошо. Мужчины наносят на слизистую заднего прохода и слизистую носа, можно под язык, да, если кто хорошо переносит ментол. Я наношу на все слизистые, которые только у меня есть. Результаты, да, вот потрясающий был результат Гера Лотоцкий. Вы знаете, вот сколько лет прошло, я помню этих людей, потому что какое счастье видеть, когда люди выздоравливают, да, туберкулез легких, правое легкое наполовину было уже отрезано. Когда он пришел, это был худой, такой изможденный молодой человек, который постоянно кашлял, что-то брызгал себе в рот, у него была страшнейшая одышка, он не мог разговаривать, долго ходить. И когда он начал использовать Мистик, конечно, у него было очищение, ну, достаточно жесткое, я его об этом предупреждала, он практически 7 дней не поднимался с постели. Было страшно смотреть на то, что выходило у него из легких, и каждое утро и каждый вечер по нашей договоренности он мне звонил и говорил, что он проснулся и ночь он пережил. Я ему, когда давала видение и понимание еще раз, что с ним происходит и что он должен потерпеть. Вечером он мне звонил, говорил, что он прожил день и все хорошо. А на 7-й день утром он мне позвонил и сказал, я никогда не забуду этих слов, потому что на самом деле это было большим счастьем. Он сказал: «Мария, я тебя люблю и обожаю. Я проснулся сегодня совершенно новым человеком. У меня ощущение, как будто у меня с груди сняли 15-тонную плиту. Я дышу полными легкими». У него плавно закончился процесс очищения легких, да, через полтора-два месяца это был уже здоровый, полноценный мужчина, сделали рентген, ни одного затемнения на легких, да, сейчас он живет нормальной жизнью, у него двое детей, хорошая благополучная семья, и он даже не вспоминает, что у него был когда-то туберкулез легких, да, и врачи говорили, что он долго не проживет. В плане простатита, как я уже говорила, шикарные, потрясающие результаты. Нарушение, ну, как снижение потенции, да, то есть это все взаимосвязано, это то, что касается мужчин. Однозначно проблемы сосудистой системы. Друзья мои, пока все хорошо, профилактируйте свои сосуды. Не нужны вам ни атеросклеротические бляшки, ни тромбы. Чистите сосуды Мистиком, и вы будете чувствовать себя всегда прекрасно. Но если вдруг с вашими близкими это уже случилось, после инсульта, Мистик, он позволяет человеку быстрее восстановиться, быстрее идет зарастание, да, вот этих мест, разрыва сосуда, причем даже не остается таких видимых рубцов, да, вот когда тканевые ткань срастается, да, всегда остаются
рубцы. После операции, кстати, очень хорошо мазать всевозможные, да, вот швы, очень быстро идет зарастание и не остается грубых рубцов. Любые ожоги, порезы, да, это скорая помощь. Намазывайте, и буквально через пару-тройку часов вы вообще забудете, что был порез или что-то другое. Я знаю, что это может быть звучит фантастически, но если вы начнете использовать этот продукт, а вы сами в этом убедились. Я говорю вам то, что есть сегодня в моей жизни. Это у нас продукт номер один. Мой сын использует его постоянно. Мы хотим жить долго, хотим хорошо выглядеть, и именно поэтому я сегодня рекомендую это другим людям. Сейчас вспомнила еще один интересный случай. Я работала не в Волгограде, у меня структура была в другом городе. И вот там была женщина, к сожалению, уже не помню, как ее зовут. А да, у нее было заболевание щитовидной железы. Ну и, как всегда, врачи единственное, что могли предложить, операцию. И она ко мне пришла уже после операции. Она сидела, плакала и говорила, что она не живет, да, что после операции у нее плохое настроение, плаксивость, да, то есть ей постоянно нужно пить там какие-то таблетки. У нее она худеет. Ну, в общем, короче, это был вот полностью такой темный человек, ну, не готовый, не приспособленный к жизни. И я тогда порекомендовала ей использовать Мистик, как сейчас называется, тогда было другое название, неважно. И она начала его использовать, потому что очень хотелось жить. Вы знаете, месяц-полтора это была красивая цветущая женщина, которая прекратила пить гормоны, да, у которой восстановились ну, деятельность, да, всего организма. И она говорит, если бы я узнала об этом до операции, да, можно было бы этого избежать. Но, к сожалению, даже если это случилось после операции, восстановительные процессы идут намного быстрее. Мистик можно использовать детям, не надо бояться, да. Если ваш малыш засопливился, намажьте сразу, да, выдавите небольшое количество из тюбика, помажьте ему в носики. Улучшение кровообращения сразу снимет отечность носоглотки и очистит носик, да, то есть не нужно будет капать никакие лекарства, ребенок будет дышать. Ангина, да, проходит моментально. Герпес на губах. Только чувствуете, начало вздуваться, намазывайте мистик, и на следующий день у вас даже следов не останется, никаких почувствований. Господи, боже мой, да, я... Вы знаете, можно, конечно, говорить до бесконечности, но, друзья мои, вот вы знаете, на самом деле... Это удивительный продукт. Я еще раз повторю, что использовать его нужно в первое время, да, то есть это рекомендация от меня. Я вот так вот заговорилась, что уже про слайды забыла. Сейчас я их пролистаю, чтобы они, может быть, они мне напомнят, что-то я забыла сказать. Да, вот, кстати, показатели, да. Беременность, деторождение, да, кстати говоря, бесплодие. У меня 5 семей есть, с которыми мы до сих пор дружны и перезваниваемся. Это семьи, где по 6, в одной семье 9 лет не было детей, ставили бесплодие, и благодаря Мистику, да, сегодня там растут малыши. Кормление грудью, да, контроль рождаемости, заместительная гормональная терапия. Да, вот при использовании Мистик очень многие люди отказываются от гормональных препаратов. Менопауза, медицинские препараты, курение, плохое питание, стресс, недостаток сна. Ну, это, да, как не весь спектр. Об остальном я уже рассказала до того, как мы подошли к этому слайду. Друзья мои, значит, как рекомендация, я вам говорю, как использую это я, и мы использовали на протяжении многих лет. То есть вот эта рекомендация, она работает первое время, да, где-то, не где-то, да, а первые 2 дня. Мистик, да, вот этот гель, вы выдавливаете как зеленый горошек в банке, да, вот такую горошину на пальчик. И вы наносите на слизистую, да, ну, половые органы и такую же горошину под язык, ну, или там распределяете, да, мажете на слизистую носа. То есть нужно на слизистую, так быстрее попадает в организм. Под язык почему? Потому что там быстро идет попадание, введение. Вы знаете, да, что когда бывают экстренные случаи, под язык сразу закладываются нитроглицерин, валидол, да, и быстро идет снятие спазмов в организме.
точно так же используется и мистик. Вот, конечно, чувствуется ментол, он немножко жжет и немножко как-то морозит во рту, но, в общем-то, через 5-10 минут это проходит. Вот, я сейчас использую его регулярно, поэтому говорю, не бойтесь, вот жива-здорова сижу тут перед вами, да, еще и рассказываю такие удивительные вещи. А значит, первые 2 дня наносим через 2 часа. Почему именно через 2 часа? Когда аллергенин попадает в сосуды и происходит вот эта реакция освобождения монооксида азота, это длится ровно 2 часа. Вот это увеличение улучшение кровообращения в организме 2 часа, а потом затухает. Если изначально это делать утром и вечером, результат будет, но позже. А так каждые 2 часа, то есть вы наполняете ваш организм аллергенином, и уже на третьи сутки вы переходите, как раз вот утром проснулись, зубки почистили, нанесли крем и занимаемся своими делами. Спать собираетесь, зубки почистили, все дела сделали, да, нанесли крем и легли спать. Ну, если вы используете, да, в сексуальном плане, то дополнительно еще потом куда-то наносите, не обязательно, да, потому что самое, конечно, лучшее поступление в организм – это при половом акте. Когда расширено все, аллергенин впитывается на полную катушку. Значит, вот такое использование. Далее, да, в течение месяца, утром-вечером. Потом вы поймете сами. Можно прекратить прием, сделать перерыв. Но вы понимаете, да, что в любом случае при нашей экологии, образе жизни, да, аллергенин он все равно будет расходоваться. И опять наступает дефицит. Поэтому я использую вот уже на протяжении 10 лет. То есть, когда даже наша компания закрылась, вот первая, где мы ее продвигали, я заказывала это в Штатах. Сегодня я просто была счастлива, что этот продукт есть в FFI. Я использую его месяц, да, потом там месяц делаю перерыв, потом снова начинаю использовать. Что может происходить, да, к чему вы должны быть готовы. То есть начнется чистка, кто-то не заметит даже, да, то есть если не сильно загрязнен организм, вы, может быть, ничего и не почувствуете. Вот. Но те люди, у которых есть какие-то хронические заболевания, значит, может начинаться чистка. Ну, женщина, гинекология, понимаете, да, сами, как это будет происходить. Не надо этого бояться, не надо этого пугаться. Сильно болевых ощущений никаких нет, просто будет чиститься матка, да, и все, что там накопилось, все это будет выходить. А могут быть выделения из груди, да, то есть вот этого тоже бояться не надо, у меня происходило именно так. Куда-то же должны были вот эти, да, образования деваться, не просто по организму рассасываться, да. У меня, в принципе, вот выделялось как молоко, но, в принципе, это было где-то с неделю, потом все это прекратилось. Значит, может, ну, бронхи чистятся, да, то есть кашель и летит оттуда все неприятное, что там залежалось. Может, как сопельки, да, быть, вот у детишек так проявляется. Значит, если были такие случаи у нас у людей, а зрение улучшалось, да, то есть они наносили мистик на нижнее веко 2 раза в день, и за счет улучшения кровообращения в глазном яблоке началась чистка, то есть, ну, такие вот выделения из глаз. Как, знаете, утром просыпаешься, а бывают такие сплюшки, глаза залеплены. Вот так же происходит, да, и вот идет улучшение зрения. Но если вы работаете и ходите куда-то там на производство, на людях, делайте это лучше на ночь, чтобы утром умыться, да, и, ну, то есть один раз. Потому что если вы утром намажете, очень неприятно целый день, вот, ну, или надо быть готовым это перенести. А может быть небольшое повышение температуры, потому что очищение организма – это перестройка организма, и он всегда реагирует температурой. Но это невысокая температура, 37,1-37,2, а да, при этом немножко как бы лихорадит и знобит, но, собственно говоря, ничего страшного, это можно пережить, таблетки, понижающие температуру, пить не нужно. У большинства людей начинается чистка желудочно-кишечного тракта, то есть все, печень, почки, то есть это потемнение мочи, она становится коричневого цвета, не пугайтесь, это быстро пройдет, как только очистится, значит, может увеличиться потребность, ну, короче, чистится кишечник, может 2-3 раза в день,
А вот это тоже не является каким-то таким страшным фактором. Вы должны понимать, что все это выходит, то, что там накопилось, и страшного в этом ничего нет. Были очень редкие случаи, когда выходило через кожу, да, то есть такие какие-то высыпания, какие-то прыщики, которые в течение недели тоже проходили. Ну, то есть организм, он сам выбирает пути вывода токсинов и шлаков и из организма при использовании продукта Мистик. Но все это проходит буквально максимум полторы недели, максимум, да. В последующее вы используете, принимаете, только молодеете, только красивеете, только чувствуете себя хорошо, становитесь сексуальными, красивыми, молодыми, жизнерадостными и еще с компанией FFI богатыми. Друзья мои, да, вот, наверное, это все, что я хотела вам сегодня сказать по Мистик. Дальше я слайды, да, то есть я рассказала все без слайдов. А на самом деле, когда ты знаешь продукт, когда ты его используешь, можно говорить много, постоянно. А да, кстати говоря, вот забыла, хорошо, что слайды полистала. Ребята, артрозы, артриты, очень быстрое срастание после переломов костей, да, наносится прямо на место перелома и однозначно под язык. Различные гематомы, просто фантастически уходят синяки и кровоподтеки, да, то есть, ну, ударились там или что-то произошло, появился синяк, намазываете сразу это место гелем Мистик, да, можно это делать прямо через каждый час, и вы увидите, как у вас на глазах синяк из черного превратится в зеленый, из зеленого в желтый, да, и через сутки его совсем не будет. Вот, а что еще забыла сказать. Ну, на самом деле результатов будет много, и мы с вами будем их сегодня получать сами, и мы будем говорить об этом, мы будем делиться этими результатами с людьми, и будем делать жизнь других людей лучше. Я уверена в этом на 1000%, и потому что уже знаю хорошо этот продукт, и потому что вы получите результаты, и точно так же, как и я, захотите поделиться со всеми людьми, с вашими близкими, друзьями, знакомыми, которые вас окружают. Я искренне желаю вам успехов, я искренне желаю вам позитива, я искренне желаю вам хороших результатов от использования нашего продукта, и самое главное, не молчите, делитесь тем, что сегодня есть в вашей жизни, результатами продукта, заработками, гордитесь компанией, в которой вы работаете, и вы знаете, как мотыльки на свет к вам будут притягиваться люди, пусть это будут просто клиенты, но постоянные, которые будут делать товарообороты в вашей сети, многие из них через продукт станут партнерами, они захотят с этим зарабатывать деньги, не бойтесь, идите к людям, говорите об этом, у вас сегодня в руках самый лучший продукт в мире, у вас сегодня самая лучшая концепция в мире, у вас сегодня самый лучший маркетинг-план в мире. Это то, что делает людей счастливыми, здоровыми и богатыми. С вами была Мария Смольникова, успехов вам всем, до новых встреч!